По статистике, около 30% мужчин страдают от преждевременного семяизвержения. Отсюда проблемы между партнерами, обиды и недосказанность. Как сделать их счастливыми? Причина преждевременного семяизвержения – ускоренное проведение импульсов по нервам. Нервы можно перерезать, но иногда это приводит к полной потере чувствительности. Есть другое решение – эффективное и безопасное. Нерв можно заморозить. Через маленький разрез или прокол криозонт подводится к нерву и замораживает его. Чувствительность снижается на срок от 12 до 18 месяцев с постепенным восстановлением. Продолжительность полового акта увеличивается в 2,5-3 раза. В дом возвращается радость и взаимопонимание. Ривьера Биотек. Мы создаем для вас.